кто-то зарисовался. Я думаю, наверняка кто-то еще рисует. Все, мне ничего не надо. Капелька. Да, забыла капельку. Давайте быстро сделаем капельку. Капелька. Так, 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 так. Как же сделать капельку? Так. У меня кисть с тонким кончиком, с очень тонким. Если у вас не такая, возьмите просто тоненькую. Давайте сделаем капельку вот тут. Я возьму чуть-чуть вот этот розовенький цвет. И так вот. Ой, он у меня прям огромный получилось. Ну ладно. У нас тоже такой иллюстративный. Вот. У капельки всегда у них по краям темнее. И снизу темнее. То есть она хоть и прозрачная, из воды состоит, но у нее тоже есть тень, свет, плотность какая-то. Вот по краю обвела серединку чистой такой кисточкой, чистой водой закрашила. Сейчас плавно потечет, растечется. И можно взять чуть-чуть понасыщенней тот же самый цвет Краплаки ультрамарин. Но не сильно темный, чуть-чуть посветлее такой. Вот подчеркнуть ее по краю. И снизу. У меня потекла краска, я вытру кисть. Хорошенько. И в центре капельки белое пятнышко сделаю. Подвысветлю. Ну, в общем-то, она у меня кривенькая. Капельки рисуются очень просто. Кажется, что о, как капли нарисовать. Тут у меня урок, если проходил, у меня есть такие розовые пионы, называется пионовый рассвет. Там много капель мы рисуем. И они знают, что капли довольно просто рисуются. Тут вот в уголочке еще потемнее, чуть-чуть подчеркну. И можно вот где-нибудь на середине сделать капельку, допустим, вот тут. Но это получится, если у вас бумага позволяет себя мыть. Ну, смывать. Не всякая бумага дает себя смывать краску. Так, у нас краска высохла. Снизу тоже я подчеркиваю, у капельки есть тень. Сбоку. А в центре нужно будет ее помыть, чтобы она была белая, светлая. Чистой водой сначала просто вот как бы размываю краску. Как щеткой грязь. Я ее там растираю. Потом вытираю лишнюю воду. И кисточкой тоже беру. Ну вот, у меня эта бумага тоже не моется. Не дает смывать. В таких случаях можно использовать белую краску. Гуашь, акрил, мелок белый, белую ручку. Ну, что-то белое. И вот, ну, как видите, там капли, они все светлее. То есть они видны за счет того, что у них есть светлые части. И есть темные, вот то, что мы сделали. Она уже смыла, сейчас я чуть-чуть поярче сделаю. Как бы падающая тень от капли. Чуть-чуть таким цветом. Тут вот черкну. Ну вот, тем не менее,
похоже на каплю. А, экран большой не сделала. Сейчас. Все. Ну вот, сделаю вам и на белом фоне, и на цветке. На белом фоне, конечно, проще, потому что тут вымывать краску не надо. Вот, вы можете взять потом белую краску, гуашь, акрил, и вот чуть-чуть, там, как видите, на фотографии, вот тут вот беленькие блики такие нарисовать. По краю капли сверху, тут вот снизу чуть-чуть тоже будет беленький. И у вас будет настоящая капелька. Ну что?